Доброго дня! Сегодня мы выбрались в люди, приехали в район. Вот сколько тут флагов, людей. Муж уже потопал в аптеку. Израильтяне любят ходить в аптеку за границей, особенно в Украине, в России, думаю, где можно купить кучу продуктов, ой, товаров без рецепта. И значительно дешевле, чем в Израиле. А я иду в магазин. Куплю маме телефон. Покажу вам, какие цены на телефоны в украинских магазинах. Вот одни из самых дешевых. Достаточно дешево, надо сказать. Вот такой Redmi 9A. 2900 гривен. По 2500, даже по 2000 есть смартфоны. Ну и маленькие кнопочные до сих пор продаются. Вообще за копейки. Сколько? 50 шекелей? До ужаса смешно, но в то же время печально. Купила телефон. 4000 гривен заплатила. Ну там еще защитная пленка, чехол. И что вы думаете? Говорю, пакетик дайте. Она говорит, 5 гривен пакетик стоит. Так вот это. Не представляю такого в Израиле. Где за пакетик отдельно возьмут? Ну что делать? Такое это. За пакетики у нас в продуктовых супермаркетах берут деньги отдельно по 10 огород пакетик. Я иду показать вам героев Украины. Чем обходится в Украине вот это. 500 дней войны. Как печально сейчас будет смотреть на этих молодых парней, которые должны тоже ходить здесь вместе с нами по этим улицам. Такие красивые солнечные лица. Наш район на 5000 человек. Посмотрите, сколько здесь их. Очень тяжело, конечно. И молодые, и пожилые. Мой дядя не здесь, мой дядя в Ямболе. Туда я тоже съезжу. Такая вот аллея. Все в Донецкой области. Авдеевка, Мариенко. Есть Луганская. Луганская. В Харьковской. В Херсонской. Луганская, Луганская. Донецкая. Опять Луганская. Все герои. Все нагороджені звездами. Только кому это надо? 29 человек в одном маленьком районе. По израильским меркам это крупный магазин. Мужа поразило то, что в нашем маленьком районном центре такой большущий магазин. И даже не город, мебели. Типа да, маленький. И кухни тут есть. Сейчас покажу вот там вот. Впервые вижу в магазине образы. Кухни тоже огромные, просто они все такие большущие. Продолжаем отдыхать в селе. Иду пастись. У меня зависимость есть от черешни. Она просто такая вкусная, что я не могу остановиться. Смотрите, какие руки черные. Это все от черешни. Такой маникюр с черными пальцами. Ну что делать, если она такая вкусная и сладкая? Вообще-вообще вкуснюшка. Еще эти яблоки очень вкусные. Антоновка называются, но они еще, конечно, не спелые. Им еще месяц надо. А Лерушка уже вообще как хозяйка. Ходит, бродит по этим сеновалам и сараям. С котами, собаками. Пошла он корову выгонять. Столиком поженет по улице. Помощница помогает, молоко наливает, свежее, сама пьет, другим наливает. А это часть вишни, которая отправится в подвал. В подвале уже много таких закаток. В этом году, как я говорила, сезон вообще офигительно крутой ягод. Ну и да, на случай сирены у них есть огромнейший подвал, где можно прятаться. Но сирену сюда не слышно, даже когда она в районном центре гудит.
тут только если ветер такой в эту сторону или очень-очень тихо, то может чуть-чуть слышаться, а так не слышно. Поэтому никто в подвалах не прячется в селе. Но он есть. И завален разной такой домашней утварью. Вон. Грабли, лопаты, т.д. и т.п. Стеллажи с какими-то банками, бутлями, которые пригодятся в хозяйстве. Ну, а другая часть подвала у них под консервацию. А, еще есть погреб, конечно, там тоже можно спрятаться. В общем, в селе не пропадешь. Главное вовремя прятаться. Но это больше актуально для центральной части Украины и восточной, потому что здесь на западной, тьфу-тьфу-тьфу, достаточно тихо. Кроме отдельных прилетов по Львову, когда действительно много людей погибло. Поэтому я и спокойнее за родителей, что тут такая сторона, что достаточно тихо. Дай бог, чтобы дальше так было, конечно. А лучше, чтобы вообще это уже все закончилось, потому что это невозможно просто. Хозяйка кормит котов. Приятного аппетита, дорогие товарищи. Боже, как вас тут много. Это мама вот. Да, это их спальня. Ночлег ночью. Сеновал. Это мама этого, этого и этой. Впервые не дядя меня обнимает, а я его. Да. А что вы на почте тут работали? Я хочу. На новой почте. Мне кажется, именно цветы и внуки вывели тетю из депрессии после того, как дядя погиб на войне, потому что, конечно, ей очень тяжело. Что там говорить? Такой двор, такой сад, такие цветы. И сама. Приехали навестить. Какая красота! Там в украинских селах я только такое видела. Хотя, наверное, есть в других европейских странах тоже. На столбах аисты. Березки. Этот уголок тоже дядя сделал. Просто так тут никто этим не пользовался, он его облагородил. Колодец. Вот так вот. Глечики. Это тетя. Классно! Я фотографирую тоже. Леруш, смотри. Опа. Красота! Вот это качеля! Как вы думаете, куда мы приехали сегодня? Сегодня мы приехали в лес по грибы. Ну, грибов сейчас нет, конечно, но должна быть земляника. Ее и пойдем искать. Какой тут воздух замечательный в лесу. Цветочки разные, полевые растут. Ничего, говорю, что ежевика только цветет. Земляника уже переросла, хотя иногда попадается. Сейчас идем найти более злачные места. Да, тут просто такие непроходные чащи стали. Черешня тут сама себя насеялась. На ней мало всего. И малина тоже дикая такая попадается иногда, но очень мелкая. Но побродить по лесу интересно. Такие ягодки маленькие и пересушенные. Вот. Вот такая красота. Мы уже завтра уезжаем в Черновцы, поэтому сегодня решили приехать с родителями в кафе в Белогорье. Кафе «Родина». Родина, родина, від батька до сына. Така українська. Какой тут фонтанище установлен. Мы наперед звонили, заказывали еду. Родители топают, и мамка с палкой. Да. Одну ногу ломала 3 раза, поэтому у нее нога одна срослась непонятно как. Какой олень! Какой оленище!
Какая тут тележка. Тележка, беседка. Где-то на свежем воздухе присядем. Все, что надо знать о Лере. И тут кота нашла. Ждем заказ. Вино купили в соседнем магазине. Ну, он, в принципе, тоже им принадлежит. Картошечка, грибочки, салатик, ножки на мангале. Селедочка с рыбкой, хэком под каким-то соусом. Фирменный салат. Приятного нам аппетита. Интересно, сколько это будет стоить. Ну, мы еще, может, добавку будем просить? Миллион. В других ресторанах разные шоколадные пудинги, крем-брюле. А у нас тут красота ляпота. Пьют пиво закарпатское. Закарпатское пиво, да. Пиво закарпатское. А в этом кафе самый вкусный десерт. Сто лет не ела трубочки и орешки. Вкусняшка. Какой тут дружок замечательный. Есть. Место прикольное. Сейчас пойду оплачу счет. Интересно, насколько мы накушали и напили. Ну, в принципе, выпивку мы покупали в соседнем магазине, который от них же. Жарко сегодня в Украине, но я знаю, что в Израиле вообще жарище 35+. И это нас все ждет, когда мы туда вернемся. А сейчас хотела сказать, сколько мы заплатили за кафе. За этот ужин 1600 гривен без выпивки. Выпивку покупали отдельно в магазине у них же. И еще 200 гривен, то есть 1800 гривен за все. И это 180 шекелей. Для Израиля, да, это дешево на 5 человек сходить в кафе. Для Украины это в таком-то городке, такого уровня кафе, это, конечно, цена достаточно высокая. Когда у папы пенсия 2700 гривен, и у мамы такая же, ну, сами понимаете. Один раз сходить в кафе, оплатить коммуналку и зубы на полку. Благо, что в сельской местности у них есть много своего. Огород, картошка, лук, ну, то есть все, что на огороде можно посадить, да, свое. Ягоды, фрукты свои, молоко. Кто держит коров тоже. И именно корова многих в селе выручает, потому что они могут сдавать молоко и на эти деньги жить, потому что работы в селе, конечно же, никакой. Я это говорю из года в год, но ситуация абсолютно такая же. А во время войны, мне кажется, она еще хуже. Что касается моего самоощущения в Украине, мы не ездим по большим городам. В городах абсолютно другая жизнь, конечно. В сельской местности она тоже абсолютно другая. Чувствую себя как инопланетянин в некоторых местах. Например, пришла в банк, мама попросила снять деньги с карточки. Взяла карточку, пришла в терминал, ищу, не могу найти, где же тут снять деньги. Спрашиваю папу, он говорит, так это же надо в банкомат, а не в терминал. То есть у них два разных прибора для таких операций. У нас в Израиле в одном каспомате ты можешь и снять, и вложить деньги. То есть забываешь такие моменты. А потом опять в банк поехала поменять карточку. Она у меня просроченная. И мы такие смотрим на часы. Ага, 5:30, банк работает до 6, еще успеваем с головой. А потом такие, минуточку. Это же в Израиле можно прийти без 5-6, тебя примут и обслужат там, неважно, во сколько тебя там примут, да, в порядке живой очереди или по заказанной. Тут-то это ж не работает. Сейчас 6 будет, они скажут, все, до свидания, мы закрылись. И неважно, стоите вы там в очереди, не стоите. Да, такой момент. И, ну, в супермаркетах понятно, что забываем взвешивать овощи, фрукты, конфеты, потому что в Израиле этого делать не надо. Ты приходишь на кассе, все тебе взвесят, а тут надо взвешивать, конечно же, самому, и тогда на кассе уже. Но это такие моменты. Что касается людей, то, как уже сказала, работы в сельской местности особо нет. Люди заняты огородами, ведением домашнего хозяйства. В поселке городского типа, разумеется, люди, которые специалисты, там, медицинские сотрудники, учителя, нотариусы, у них работа есть. Кстати, с нотариусами получился очень смешной случай. Нам надо было сделать доверенность определенную и обычную доверенность, господи, заверить мою подпись.
И мы прозвонили в нашем районе, в этом ПГТ, есть 3 нотариуса и 1 государственный, или даже 2 государственных. Звоним, у одной нет бланков, другая не на работе и не будет. Третья якобы занята и у нее по самую завязку, и даже по завышенному тарифу она не готова нас принять. И пришлось в соседний городок ездить, но опять же таки прозвонив 3, и одну уговорили, что вот, ну как уговорили, сказали, что вот мы заплатим чуть больше, но пожалуйста, сделайте нам сегодня вечером. Ну не то, что вечером, в конце рабочего дня, там в 5 вечера, да, мы звонили ей в 2. Ну такое, то есть клиентоориентирование, оно очень-очень такое... Никакое. Когда жалуются на сервис в Израиле, то надо заметить, что в украинской глубинке такого слова, как сервис, просто не слышали. И неважно, ты в государственное учреждение идешь или в частное. То, что специально прозвонили по частным нотариусам, потому что вроде же частным, да, заплатишь там по завышенному тарифу, или, и тебя должны принять. Она говорит, ну вы приезжайте, сидите в порядке очереди, я вас приму. Я говорю, ну вы же частник, вы же можете сделать VIP-тариф, скажем так, и сделать нам быстрее, в чем проблема? Ну, я не знаю, я так, там люди будут ждать. С одной стороны, окей, с другой стороны... С другой стороны, я пришла опять на черешню, пока. Потому что очень хочется не упустить и догнать. Ну, тут уже внизу плохо достаем, мы тут все съели. Надо будет лестницу сейчас поставить. И на лестничке еще попастись, потому что сегодня мы уезжаем. Уезжаем в Черновцы. Это будет в следующем видео, наша дорога назад в Израиль. А тут я, пожалуй, поставлю точку и встретимся в другом видео. Пока-пока!